В результате при совершении очередной закладки злоумышленник был задержан во дворе одного из домов поселка Лазаревская. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у него было обнаружено и изъято около 50 свертков с веществом неизвестного происхождения. Как пояснил молодой человек, это наркотик, который он приобрел через интернет и намеревался продать. Более того, по словам приезжего, противоправной деятельностью в городе он занимается около 3 недель, совершил не менее 500 закладок. Также подозреваемый сообщил адреса тайников. Там было обнаружено еще около 10 свертков. Согласно проведенной экспертизе, обнаруженные у задержанного, а также в тайниках вещества являются наркотическими. Это соли, спайс и N-метилэфедрон. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет.